Свой 102-й сезон начинает и Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова. Это будет завтра. А сегодня в зале и на сцене рабочая атмосфера. Профессионалы от искусства обсуждали театральные инновации, делились опытом со студентами и молодыми артистами и режиссерами республики. Сценный спектакль «Пять пудов любви» по пьесе Антона Павловича Чехова. «Чайка» – самая ожидаемая премьера нового сезона. Классик мировой литературы 100 лет не звучал на сцене Чувашского театра. Сегодня отрывки постановки мастер разбирает с участием молодых коллег. В семинар-практикум под руководством народного артиста СССР, режиссера и педагога Валерия Яковлева – это золотые правила профессии. Проявлять себя с точки зрения сценического искусства нужно, необходимо, даже нужно не только профессионалам, но и любителям, если они заражены какими-то идеями, драматургическими идеями, замыслами, которые могут трогать зрителя, даже помочь ему жить как-то, влиять на них добром, радостью. Это очень полезно. Театральная искра в душе молодежи не гаснет. Если они заражены этим, если они увлечены этим, если они пытаются выразить талантливо, благородно, это прекрасно, это надо поддерживать, и поэтому какие-то фестивали, какие-то движения, если они проводятся на хорошем художественном уровне, они вдохновляют смотрящих, зрителей. Книга «Актеры, любимые народом» именно о таких мастерах, которые вдохновляли зрителей своей игрой со дня основания театра. Ее представили авторы-составители, заслуженный артист Чувашии Геннадий Кириллов и журналист Мария Митина. Уже завтра новый сезон артисты драматического театра откроют спектаклем «Проклятое племя» по пьесе Петра Осипова. В этой постановке история чувашского народа, рассказанная через человеческие судьбы. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Борис Андреев, Республика.